нашим подписчикам? Всегда оставаться с собой, движение, чтобы было в жизни, интересные моменты и учиться на чужих ошибках. Ребята, любите себя, радуйте себя красивой одеждой, хорошим настроением, красивыми людьми вокруг вас. Ну, собственно, живите, наслаждайтесь жизнью, жизнь прекрасна. Ну, весны в первую очередь, сейчас все-таки уже весна, я желаю всем хорошего настроения, больше улыбок, любите, счастья всем. Александр, Елена, скажите, какие эмоции вы испытываете вот от данного мероприятия, что нравится, что вызывает вопросы? Нас очень впечатлил сегодняшний показ. Мы каждый сезон посещаем это замечательное, интересное мероприятие. Не пропускаем, стараемся. Сегодня особенно нам понравились новые коллекции Вячеслава Михайловича. Стоит отметить отдельно некоторые платья из этой коллекции. А в целом все было очень красочно, очень красиво, очень ярко, насыщенно. А какой эпохой вы вдохновляетесь, когда бываете на таких фэшн-шоу? Эпохи все интересны, и эпоха и прошлых веков, 19 век была очень интересная эпоха, очень красивая, замечательный наряд. Да даже и в 17 веке были очень красочные наряды у наших государынь, да, вот, и так далее. Но здесь как бы мода, она не стоит, она все время движется вперед. Конечно, немножко возвращается всегда к прошлому, там, допустим, из 50-х, 60-х годов, там, ретро уже немножко отчасти становится модным и сейчас, вот. Но она двигается вперед, и мы всегда следим за тенденциями, новыми тенденциями в моде. А вот хотелось бы узнать ваше мнение как художника к картинам такого направления, как футуризм, что-то такое расплывчатое, когда на полотнах. Что бы вы могли сказать вот по этому поводу? Я положительно абсолютно отношусь ко всем стилям, направлениям живописи, даже сюрреализм, авангард, импрессионизм, нравится абсолютно все. У каждого как бы свои направления, свои в этой сфере. Кто-то пишет классику, вот, а кто-то охватывает все стили, как, например, у меня. А вот что бы вы могли сказать про картины, которые вот, выставлены были здесь сегодня? Очень интересно было посмотреть, что-то новое, необычное. И последний вопрос, что бы вы могли пожелать нашим подписчикам, нашим зрителям? Я хочу пожелать чаще посещать такие мероприятия и чаще заглядывать на фэшн-концерт. Спасибо большое. Очень большой праздник День российской космонавтики. И наши дизайнеры тоже имеют бесконечные фантазии и, конечно, придумывают всевозможные нестандартные коллекции. Среди всех дизайнеров нашей страны, ну и смело можно сказать, всего мира, конечно, для нас самым любимым, самым авторитетным является Вячеслав Михайлович Зайцев.